Ворона и еж. Казахская народная сказка. Давным-давно еж и ворона были друзьями. Однажды еж к вороне пришел. Ворона, моя шуба плохая, колючая. Твоя шуба хорошая, мягкая, пушистая. Мне свою шубу дай, пожалуйста. А я что одену? А ты мою шубу оденешь. Хорошо, сказала ворона. Они шубами поменялись. Но еж яблоки собирать не смог. Ой, как я соберу яблоки, они не держатся на мне. Ох, еж идет, но я не смогу его съесть. Он колючий. Ладно, спрячусь, хотя бы напугаю его. Фу, какой ежик. Но я могу тебя съесть. Ха-ха-ха. Ой, лиса, помогите, как мне защититься? Эх, успел спрятаться. Ох-ох, я больше не могу. Верни мою шубу. Да-да, давай поменяемся, даже летать не могу, приходится прыгать. Прощай, мой друг. Мораль этой сказки такова: каждому своя шуба хороша.